если я доучусь на своих курсах, начну заниматься тем, что хочется. Очень хочется. Хорошо, спасибо. Спасибо вам тоже. Мне сейчас вам тогда пришли смс-ку. Хорошо. Все, давайте пройдемте наверх, мы вас фотографируем. Тогда, пожалуйста. Идем красиво фотографироваться. Пройдем красиво фотографироваться. Сопровождай. Коля, привет. Привет. Кирилл, иди вперед, Кирилл, вперед, проходи. Все, сверху снимай. Да, да, да. Сейчас, где у нас Ники? Я держу вот общий план, выше только любой. Вот так вот. Скажи, где смотреть, надо в сайт. Ну как, Night Today, озвучь. Nighttoday.ru. Как оно пишется? Nighttoday.ru.
Дорогие друзья, заходите на nighttoday.ru, и завтра будут прекрасные фотографии профессиональные с этой кибердевушкой. Вы сможете увидеть в высоком качестве. Я у тебя спрашиваю. Электроника на голове. За что отвечает электроника? За голову. Ну, все в порядке. Естественные датчики находятся в воздухе, самой одежды. Не так логические датчики. Сенсорные. Ну, да, у нас синапсы, да. Все прикасается. Шкутики. Синапсы, да. Первый вагин. Да, это и они есть датчики. Обжимать. Обжимать! Тут уже все по Фрейду, тут уже по-другому не получается. Сложно себе забжимать и никак. Никак там. Да, потому что там именно ЛС. Там по-другому просто не передастся, понимаешь? Карл пробежит, молодец. И ты сам и пропустил. Да, я сейчас ему потом продумаю. Так, дорогие друзья, желающие сфотографироваться с кибердевушкой, подходите, у вас есть уникальная возможность. 5 минут фотосессия. Бесплатно. Ты датчики прощупывай. А? Так? А так засветка происходит. Так плохо. Недостаточно места на диске. Ну все, нормально. Да, давай. Closer to your life, but there's none who can.
Thank you.
красиво, можешь город поснимать? Уже поснимал. Уже поснимал? Да. Ну тогда... Итак, дорогие друзья, подошла пора завершать этот эфир. Вы все видели, на этом стоп снято!